Добрый день, сегодня анбоксинг, и перед нами головоломка от фирмы Yuxin под названием 8 Petals Cube. Буковка M обозначает, что это магнитная версия. Это первая неофициальная головоломка, которая завода оснащается магнитами. Ну, как вы, наверное, уже догадались, 8 Petals сделано название для того, чтобы, видимо, соблюсти авторские права или что-то такое, или не повторяться с компанией Мою. Похоже ведь, да? Ready Cube от Мою и 8 Petals от Yuxin. Ну, по сути, это одна и та же головоломка. То есть, это Ready Cube. Ready Cube магнитный. Причем по головоломке Ready проводятся соревнования, ну, в качестве неофициальной дисциплины на чемпионатах. Компания Мою это очень активно продвигает. И как бы 8 Petals ничем технически не отличается от Ready. Да, и вполне можно будет, ну, если компания Мою разрешит, можно будет собирать и Yuxin. Ну, по крайней мере, разговоры в комитете неофициальных дисциплин, в котором я состою, были такие, что 8 Petals будет допустим для дисциплины Ready. Так что это хорошо. Это первая магнитная неофициальная головоломка. Я ее ждал. Но я правда думаю, что Мою сами сделают магнитную версию Ready. Ready-то хорош, но что-то он мне не очень такой вот расхлябанный. Ну, я не очень быстро собираю Ready. Это вот к Владимиру Кузнецову больше. Ну, или к другим товарищам, кто быстро это делает. Ну, и просто в таком исполнении тренировать его не хотелось. То есть его надо было дорабатывать, магнитить, что-то там с ним делать. А вот это все готовое. Ну, давайте сразу отметим, что Ready от Yuxin поменьше, чем Ready от Мою. Давайте замерим Мою. Версия Мою где-то 60 мм. Версия Yuxin 56. Yuxin-ская версия размером с обычный кубик 3x3. Ну, это немножко непривычно. Ну, то есть, если его повращать, мелковать немного. Я думаю, к этому можно быстро привыкнуть. У Ready, как я с ним не обращаюсь, мне все равно удобнее его на весу собирать. Здесь нет вот этих локапов, которые есть на Маюшной версии. Это определенно более быстрый Ready Cube. Ну и магнитики очень хорошо контролируют, останавливают вращение, вполне комфортно. То есть по силе магниты примерно такие же, как на Squire, наверное, Yuxin-овском. Если взять Squire, ну, примерно такие же, возможно, чуть посильнее не чувствуются. Давайте соберем разок, надо вспомнить, как это происходит. Так. Планировал в ближайшее время выпустить обучающее видео Ready. Как бы с ним не тороплюсь. Что здесь собирать? Все достаточно просто. Но сделать, наверное, все равно сделаю. Собираю на весу, опять же, привычка. Так. Ну и все. Вот у нас все собрано. Гораздо комфортнее, чем на версии от Мою. Ну, тут без магнитов и как бы базовая версия никак не модифицированная и не настроенная.
А здесь с завода все сразу хорошо. И я в очередной раз похвалю компанию Юксин. В прошлый раз я хвалил за сквайр. Отличный сквайр. Прям откручу и радуюсь. Скоро уже докручу на нем 1000 и буду записывать обучающее видео. Отличная вещь. Ну, не всем он понравился, как я понял. А для кого-то он слишком неконтролируемый. Но здесь у 8 Petals с этим, по-моему, все в порядке. Непривычен только вот размерчик. Он, конечно, поменьше. Это чувствуется. Не знаю, возможно, они хотели сэкономить на производстве коробочек. То есть, такая же коробочка была. Ну, такая линовая 2М, трешка, тот же размер. Ну, головоломка получилась стоящая. Это, опять же, третий раз уже скажу. Это первая магнитная неофициальная головоломка. Та, которая идет с завода. И, кстати, стоит недорого. Что не может не радовать. Ну и версия из цветного пластика. Внутри есть тут не окрашенный пластик. Ну, разбирать, наверное, не буду. Приложу картинки, как обычно. Ну, все хорошо. И в базовом состоянии это сильно лучше, чем Ready Atmoy. Так что поздравляю всех любителей Ready. Если ничего не поменяется, то вот достойный агрегат. Ну, как бы компания Мою не была против. Хотя на месте Мою я бы не сопротивлялся внедрению вот этой головоломки, а просто сделал улучшенную версию свою. То есть сделать ее чуть поменьше, чтобы... Ну, может, дизайн будет такой же, хотя почему не оставить так. До этого додумался еще LanLan. Вот LanLanский Mosaic Cube, да, который как бы Ready 4x4. У него уже здесь такие полукруглые вот все элементы. Так же, как и у Юксина. То есть, ну, идея-то не нова. Почему бы и нет? Конечно, у LanLan тут кручение поскромнее. Ну, у Юксина все отлично. Просто из коробки, не смазывал ничего, все просто отлично. Крайне рекомендую. Юксин, как тебя там 8 Petals Cube магнитная версия, ну или по-простому Ready Cube от Юксин. Всем спасибо, всем пока.